генералу спиной стоять, а немножко, если можно так, чтобы ко всем быть лицом. Добрый день, дорогие друзья. Я в Ленинграде всю жизнь прожил здесь. Но так сложилось, что в моей семье день освобождения от блокады, как и 9 мая, был каким-то особым, совершенно не похожим на другие дни. Ну, так сложилось. Здесь, на Пискаревке, остался навсегда мой прадедушка, моя мама была совсем маленькой девочкой в блокаду, потом была эвакуирована. Бабушка моей жены всю блокаду прошла, и поэтому действительно для нас это как-то было каким-то особым, трепетным днем. В детстве мама меня водила всегда на Пискаревку, и мы ходили, когда я был маленький, потом стал с детьми ходить, они с самого маленького возраста, мы ходили с ними туда. Вы знаете, вот в этом году я с детьми пошел на итальянскую. И как-то вот до сих пор я не могу... я не могу привыкнуть к тем части лиц, которые смеялись, кривлялись, позировали на фоне занесенных снегом троллейбусов, машин, противотанковых ежей. Не понимаю, извините. Не понимаю и не принимаю. Всегда этот день был для меня как днем скорби, памяти и восхищения теми людьми, которые остались навсегда в Ленинграде, выстояли, выжили и победили. Поэтому низкий поклон вам и огромное-огромное вам спасибо. Искренне спасибо.